Ну а теперь давайте будни России, не фантазии Милонова по поводу достижений России в качестве киберспортивной державы, а настоящие будни. Рейдерский захват стекольного завода в 3 часах езды от Москвы. Работники Анопинского стекольного завода пытались противодействовать рейдерскому захвату чоповцев, и у них это получилось для начала 1-0 в пользу чоповцев. Проникли на территорию завода и не пускают туда мужиков и женщин, которые трудятся на заводе. И брызгают из газовых баллончиков. Причем это только начало, они потом просто устраивают какие-то камеры газовые. Надо никакие кирпичи, вы чё? То есть они брызгают газом, а кирпичей никаких не надо. Железная логика. Ну больше слушайте Варламова, Навального, Каца про россказни о мирном протесте. Еще раз, протест не может быть мирным, если одна из сторон применяет насилие. Точка. Если другая сторона терпит это насилие, значит она проигрывает в этом протесте. Точка.